На базе Кумертауского педагогического колледжа прошли соревнования по баскетболу среди юношей. В первенстве приняли участие 5 команд. Сборная Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета, УГАТУ, Авиационный колледж, Горный колледж и хозяева турнира КПК. Результаты соревнований входят в зачет спартакиады, которая проходит на протяжении всего учебного года. В связи с этим и борьба поистине спортивная. Организует эти соревнования, в общем-то, ЦС «Вымпел», который проводит спартакиаду среди учебных заведений. В зачет идут все и высшие, и средние специальные учебные заведения, независимо от, как говорится, государственное это учреждение или частное, не имеет значения. То есть команда участвует, зачет получает то место, которое они занимают в соревнованиях. Теперь непосредственно к игре. За чемпионство бился КПК. В последней игре им предстояло обыграть АГУ, что они сделали с легкостью. Хотя гости не раз прощали хозяев. И даже тренер пытался повлиять на игру, подбадривая победным кличем. Видите, ну, например, ваш Арнаш, ты куда пошел? Нет, вдвоем побежали, вдвоем в центре столкнулись. И получается, ну все, друг друга сковали. Кому мяч давать, не знаю. Вас скрыть начинают два человека, три. Вот это передача, все, передача. Но мастерство ребят педагогического колледжа по ходу встречи вылился в положительный результат. Раз за разом нападающие ловили соперника на контратаках и забивали гол. В итоге со счетом 46-28 сборная педагогического колледжа одерживает победу как в игре, так и в чемпионате. Вообще в команде достаточно сложно сейчас игра идет. Нравится, что ребята играют действительно в командную игру, не индивидуальную. И думаю, что это как-то способствовало победе. Я довольна, что сложилась такая команда. Действительно, на данный момент она сейчас уже более подготовлена. И уже, конечно, ребята выпускные курсы, третьи, четвертые курсы. Ну и к выпуску, наконец-то, у нас действительно команда именно того уровня, который хотелось бы, чтобы она была. Победителями стали КПК. Второе место заняли спортсмены УГАТУ. Третье место – АГУ. Все призеры были награждены медалями и дипломом. Кроме того, благодаря победе в первенстве, сборная педагогического колледжа получила право выступить в финале СУЗов Республики Башкортостан, которые пройдут в нашем городе. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».